А в Североказахстанской области во время непогоды пострадали 120 человек. Шестерых врачи госпитализировали с серьезными травмами. Порывы ветра в Североказахстанской области достигали 29 метров в секунду, а уровень выпавших за сутки осадков местами превысил 16 миллиметров. Это больше среднедекадной нормы. За истекшие сутки на территории области зарегистрировали 3 ДТП. В них пострадали 3 человека. Врач больницы скорой помощи Денис Петров напомнил, как обезопасить себя в непогоду. В связи с погодными условиями отмечается усиление режима в травмпункте. 44 перелома, 46 ушибов, ДТП, наложено больше 50 повязок гипсовых. Советуем выбирать правильную обувь, не пить алкоголь и будьте аккуратнее.